Одна из самых популярных в России игр – футбол, в чем-то сродни большой политике. Решающее значение для победы имеет хорошая физическая подготовка, чувство локтя, умение работать в команде, стойко переносить боли, спортивные обиды, не упускать выгодные игровые моменты. Возможно, поэтому именно футбол и был выбран организаторами праздничного турнира. Командный вид спорта как нельзя лучше иллюстрирует то, что происходит в нашем обществе в День народного единства. К тому же в ходе матча в едином эмоциональном поле находятся не только игроки, но и зрители. «Единая Россия» всегда поддерживала и будет дальше поддерживать различные молодежные движения, спортивные соревнования. Тем более, что в связи с введением норм ГТО мы хотели еще раз подчеркнуть, важность спортивных мероприятий, важность подготовки молодежи и наших мальчишек к дальнейшей жизни. Ребята, несмотря на юный возраст и не совсем футбольную погоду, играли азартно. До последних минут каждого матча, невзирая на счет, боролись за мяч и упорно шли в атаку. Во всех без исключения встречах был продемонстрирован максимально открытый футбол. Никто даже не думал отсиживаться в обороне. По итогам турнира победу одержала команда юных спортсменов 2004 года рождения. Именно ей и досталась грамота от «Единой России». Хотя на самом деле победителями в День народного единства смело можно назвать всех участников этого блиц-соревнования. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».